Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи». И с вами ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника отдела дознания МВД России по Московскому району города Рязани Максим Целуйка. Здравствуйте. Чем занимается ваше подразделение? Согласно ПК, дознавателю полномочий заниматься расследованием дел, по которым определить следствие не обязательно. В настоящий момент в штате отдела дознания по Московскому району находится 10 человек каждый из которых занимается непосредственно расследованием уголовного дела различных категорий. К таким преступлением относятся как кражи, грабежи, управление транспортным средств, состояния алкогольного опьянения, повторная, так называемая, 264 статья, угрозу убийством и Одно из наиболее современных преступлений, о которых хотел сегодня более подробно поговорить, это мобильное мошенничество. А что такое мобильное мошенничество, как это происходит? Расскажите. Мобильное мошенничество – это один из более-менее современных видов преступлений, которые совершаются с, устройств, с использованием устройств мобильных звонков, мобильных смс-сообщений и глобальной сети интернет. Это различные объявления о продажах того или иного имущества. То есть граждане могут как воспользоваться данными сайтами перераспространения какого-то объявления о продаже имущества, могут быть подвергнуты обману со стороны покупателей, либо натолкнуться как раз на объявление о продаже имущества, как раз выложенного злоумышленниками. А вот давайте начнем по порядку с категории звонков. Какие именно граждане попадают под эту категорию? Никто не застрахован от таких звонков. То есть никто конкретно не знает, кто на кого попадет при звонке. В основном попадаются, конечно, у нас, точнее, остаются обманутыми, а в основном пенсионеры. Это те граждане, которые очень мало разбираются в современных технологиях. И, как правило, очень доверчивы, не проверяют ситуации, которые им представлены. То есть делают предварительные неверные выводы. И в последующем остаются обманутыми. Как правило, пенсионерам могут позвонить злоумышленники, представиться близкими родственниками, которые, как правило, попали в какую-то сложную ситуацию, где выходом из которой является перевод для них денежных средств. Вот пенсионеры, обладающие банковскими карточками, не проверив, действительно попал ли их родственник в какую-то тяжелую ситуацию, там, не обзвонив его, не, если уже разговаривает, то он по голосу не может определить, задав какие-то наводящие вопросы, чтобы понять, действительно это родственник. Идут бегом, можно сказать, к банкоматам, переводят денежные средства, только потом разбирается, действительно их родственник попал в ситуацию. После этого уже денежные средства, которые они перевели, уже невозможно будет им вернуть. Таким образом они остаются обманутыми. А к теме мобильных сообщений, кто жертва этой атаки, скажем так, и что это за мобильные сообщения, какой в них текст, какое в них содержание? Со... Данное сообщение оно может быть любого характера. Чаще всего это как раз родственники попали в какую-то беду. И, соответственно, тоже граждане, проверив эту ситуацию, бегом идут банкоматом, переводят денежные средства, а только потом решает проверить, действительно их родственник попал в беду. Чаще всего распространены ситуации с ДТП, еще каким-то видом преступлений. Ну, то есть где-то в милиции, находят, в полиции, прошу прощения. Угу. Вот, и граждане, посчитав, что действительно их родственники в беде, нужно быстрее помочь, думают только об этом, но не думают о том, как бы не остаться обманутыми. Как я понимаю, под эту категорию тоже попадают граждане возрастной группы. Совершенно верно. Угу. Но чаще, как я уже повторюсь, это все-таки пенсионеры у нас. Угу. А как вот можно защититься от такого вида мошенничества? Если это звонки или смс-сообщения, как от этого можно защититься? Ну, как правило, населению региона знакомы такие преступления, то, что все-таки либо когда-то сами попали, либо от знакомых знают об этом. Но никто в тот же момент не остается застрахован от этой ситуации. Зная о том, что ты можешь быть обманут, а все равно по ту или иную ситуацию не можешь не подгадать. Действительно подумал, что, скорее всего, нужна твоя помощь. Однако же в такой ситуации необходимо проверить действительно ли нам нужна помощь в переводе денежных средств если же просто это смс сообщение о просьбе помощи, то необходимо связаться с своими родственниками. Если же этой возможности нет, то узнайте либо через своих родственников, действительно ли так, либо доехать самим до места проживания и уточнить, все ли в порядке. Если же это телефонный разговор, и звонят пенсионерам, у которых уже проблемы со слухом, они могут не разобраться в голосе своего родственника, то в такой ситуации необходимо задать наводящие вопросы, на которые может ответить только родственник, тем самым убедившись, что вас не обманывают. Но однако же, зная об этом, что так необходимо сделать, граждане все равно говорят, у меня как бы было какое-то помутнение, и я все равно остался обманутым. Uh -huh. Ну, понятное дело, стресс и все остальное, оно да, тоже влияет. оно влияет, да, на это очень uh -huh. сильно. Uh -huh. А вот uh, немножко статистики за 2017 год. сколько подобных преступлений в сфере то есть телефонных звонков и смс-сообщений произошло и сколько из них раскрыто? От общего количества уголовных дел, находящихся в производстве дел дознания, на 2017 год данный вид преступления составляет в районе 15%. То есть, а если это по, по скажем так, по количеству уголовных дел, сколько это, сколько таких преступлений если совершено? Если брать от 60 уголовных дел, к примеру, то 10 уголовных дел примерно. А сколько из них раскрываются? С целью раскрытия данного рода преступлений проводятся необходимые мероприятия, следственные процессуальные действия такие как э, запросы э, в сотовой компании с целью определения лица, на которое зарегистрирован тот или иной абонентский номер, с которого было совершено преступление. Также мы обращаемся э, с целью проверки. Если же преступление совершено э, с использованием сети интернет, э, как правило, это э, электронной почты, сайты, то запрашиваем на сайты электронной почты сведения, о том, кто либо размещал объявление, кто пользовался этими электронной почтами, целью определения злоумышленника и места его нахождения. Вот, в целях получения положительной информации данные лица у нас проверяются. Даже бывает о том, что сведения о лице, совершившем преступление, могут относиться к территории проживания за пределами Рязанской области, отправляются на поручение в другие регионы сотрудники других регионов нам оказывают содействие, выезжают по месту возможного нахождения злоумышленников, вот, проверяют наличие их на месте. В каких-то случаях раскрыть преступление предоставляется возможным ввиду проверочных мероприятий, какие-то остаются у нас не раскрытыми. Угу. А за 2018 год какие-то случаи с мобильным мошенничеством, именно телефонные звонки или смс-сообщения происходили или нет? Да, безусловно, злоумышленники не прекращают заниматься преступной деятельностью, так как это практически основной вид наживы, скажем так. 2018 год он не будет последним годом, когда данные категории преступления будут все равно совершаться. От угу. а темы телефонных звонков и самосообщений, сообщений давайте перейдем к теме интернета. То есть вы говорили, выкладывается объявление или приходит какое-то сообщение на почтовый ящик. Расскажите об этом поподробнее. Ну, к примеру, объявление. Самое распространенное, например, сайт Авито, более-менее всем известно. Вот. То есть либо сам гражданин выкладывает определенное объявление о продаже принадлежащему имуществу, злоумышленники штудируют эти объявления, затем звонят гражданам, представляются, говорят о том, что у них имеется намерение приобрести это имущество, однако же они находятся за пределами региона или по каким-то причинам не могут явиться с целью приобретения этого имущества и предлагают гражданам отправить им сведения о своей банковской карточке, тем самым перевести денежные средства со стороны злоумышленников, а само это имущество забрать несколько позже. В таком случае определить о том, что в данный момент вы связали с злоумышленником, в принципе, невозможно. Как правило, граждане в дальнейшем отправляют сведения о номере своей банковской карточки. Но, однако же, вместе с этим, если злоумышленник сведения эти получил, начинает обрабатывать гражданин с целью получения доступа к его Лицевому счету. То есть, помимо того, что он имеет сведения о самой этой банковской карточке, как правило, он с ней никаких манипуляций сделать не может. Пока сам не будет пользоваться данной карточкой как гражданин. То есть для этого он связывается опять с гражданином. Говорит о том, что сейчас придет смс-сообщение, если это он, привязан карточка к телефону, Но придет сообщение с кодом. И этот код необходим будет ему сообщить. Вот в таком случае это уже идет обработка мошенникам. Если э, гражданин сообщает этот код, который пришел в СМС, э, мошенник им завладевает, тем самым у него появляется доступ к лицовому счету гражданина, и он полностью снимает все находящие денежные средства. Бывают такие даже моменты, когда э, одномоментно, э, скажем так, с СМС от злоумышленников поступает СМС от банка в котором имеется информация, что, скорее всего, вы подвергнуты, будете подвергнуты обману, не сообщать никому никакие сведения о том, какие вам коды приходят. Однако же граждане это не читают. Как правило, злоумышленники знают, что такая ситуация возможна. Они с гражданами разговаривают в тонном режиме, не дают им возможности, соответственно, прочитать эти смс-сообщения и тем самым в дальнейшем гражданин оказывается обманутым. Какая техника стоит, скажем так, на вооружении в отделе дознания для расследования подобных преступлений? Как таковой техники у нас, конечно, в отделе дознания не имеется. Все эти сведения о том, на кого зарегистрированы абонентские номера, электронной почты, мы запрашиваем по разрешению суда в те или иные инстанции, которые непосредственно занимаются. Если телефон, разговор, то по сотам компаниям. Если же сведения с электронных почт сайт то непосредственно в сервера вот, электронных почт сервера сайтов. если человек стал жертвой подобного рода мошенничества куда ему обратиться как ему быть гражданин имеет право обратиться в любой территориальный отдел полиции с целью написания заявления о его обмане даже если он находится за пределами региона проживания вот, по его сообщению, неизменно выезжает следственная оперативная группа и разбирается э, с ситуацией. Как давно появилось такое направление, как мобильное мошенничество? Ну, появились данного рода преступления сравнительно недавно. Э, наше общество не остается на одном месте. Развивается с развитием общества, развиваются и злоумышленники, mm -hmm. которые используют э, различные способы, различные э, специальные средства для того, чтобы обмануть граждан. Плюс еще воздействуют психически. То есть нужно гражданину ввести в заблуждение, войти к нему в доверие, чтобы он поверил, посчитал, что действительно его действия с переводом денежных средств кому-то помогут, и тем самым потом остается обмануть. Спасибо вам большое, что были сегодня у нас в гостях. А я с вами прощаюсь. Удачного вам дня и до встречи в эфире.